пожаловать на канал Инстаринограм. С вами сегодня Ирина, и у меня сегодня весенняя уборка для вас. Буду вас мотивировать, показывать, как начала весеннюю уборку я. У нас заканчивается карантин, начинается весна, и давайте вместе с вами сделаем первый шаг. Надеюсь, что вы уже сделали первый шаг в весенней уборке давно, расслабляетесь там. Но я вот только начинаю и получаю от этого несомненное удовольствие. Сегодня за окном было очень шумно. Естественно, я сразу же поняла, что пришла весна, и у нас убирают улицы. Я пила кофеек и наблюдала за этим процессом. Это происходит только раз в год. Это настолько шумно, это настолько глобально все выглядит. Машины все убираются, вот только наша осталась и другая машина припаркованная. Как только я открыла балкон, на весь этот шум ворвался на квартиру, я повернула голову резко, видела испуганные глаза мужа. Он сказал, я машину не убрал. А когда я услышала звук, я подумала, что вот наконец-то он хоть убрал машину, потому что он вчера об этом говорил и сам забыл. Поэтому он быстренько сбегал и убрал машину, поэтому нас не оштрафовали. Но это так глобально все выглядит, это такой настрой, и я решила, конечно, с вами поделиться, прежде чем сама замотивировалась и перешла к уборке непосредственно у себя дома. Собрала Соню на постиранные вещи, развесила все. И теперь буду снимать вторую часть чехлов. В прошлом видео говорила, что я по третьим стираю чехлы на диване. Вот вторая часть пошла. Первая уже высушена, уже все натянуто. Вообще, хорошо, конечно, это сделать на какой-то регулярной основе, но пока дети такие маленькие, я не могу какой-то режим уборки строить, какой-то график. Нет, это пока в планах, в мечтах, но уже скоро-скоро, я надеюсь, начну убирать немножко по графику. Пока вот, когда совсем грязно становится, я уже принимаю крайние меры. И давно-давно я мечтала расхламить корзинку и папку. Корзинка за пианино у меня и папка у меня на столе. Наконец-то дошли руки, я это делаю. Самое весеннее, наверное, дело – это расхламление чего бы там ни было. Надеюсь, что я скоро уже доберусь до чердака. Надеюсь, уже на следующей неделе, на этой вряд ли. Но вот мечтаю я наконец забраться на чердак, потому что там ой-ой-ой. Такую вот пачку бумаг я выбрасываю. Корзинка красивая, пустая. Пока что положу вот эти папки в нее. Потом я придумаю, как их использовать. И расхламляю свою рабочую папку. Все мои бумажки по видео. Там вот пакет мусорный с бумажками у меня пополнился. Ну и от рутины, конечно, никуда не убежишь. Прежде чем мыть посуду, вытирать столешницы. Они мне тоже нужны для весеннего чего-то. Я сначала убираю все, что высохло. Вот такой у меня образовался ящик для проводов. Ну, здесь очень удобно заряжать на этой столешнице, розетка рядом. Поэтому, ну ладно, пусть провода лежат здесь в кухонном ящике. Средство для мытья посуды у меня заканчивается, и чтобы добить его до последней капли, я вот так его переворачиваю, ставлю в стакан, чтобы не нужно было постоянно его вытряхивать, последние капельки. Сейчас, конечно, его так особо не закажешь, и поэтому стараюсь использовать каждую каплю максимально эффективно. Keep me high up off the ground in a haze.
освобождаю столешницу и ставлю увлажнитель воздуха. Конец апреля, я уже решила убрать увлажнитель воздуха. У нас температура сейчас выше 20 градусов, конечно, похолодание не заставит себя ждать, уже вот, наверное, завтра начнет холодать, и пока жарко, но я все равно решила убрать их. Уже пятый год я пользуюсь увлажнителями воздуха, вот у меня их 3 штуки уже накопилось, в разных комнатах работают. Ну и, честно говоря, я чувствую огромное, вот Сонечке нужно было помыть ручки, посадила ее кушать, чтобы она мне особо не мешала, пусть голодный ребенок кушает, я буду убирать. 3 увлажнителя у меня, но, честно говоря, я испытываю огромное облегчение, когда приходит весна, я могу их убрать, потому что, конечно, уход, минимум в 2 раза в месяц я должна за ними ухаживать, чистить, дезинфицировать, менять фильтры, ионный блок я не меняю, там раз в 2 года, по полгодика они мне работают, в итоге год вырабатывает за 2 года, ну вот, не люблю я постоянно все это делать, постоянно забываю. В этом году как-то вообще сквозь пальцы. 2 детей, 1 вообще малюсенький у меня, и не было времени. Я, конечно, старалась, чтобы там никакие бактерии не начали размножаться. Но это было тяжело. Вот. Я очень люблю лето, когда не нужны увлажнители, когда можно просто это время потратить на что-то более приятное, чем уборку. Вот с огромным удовольствием все это чищу тщательно, и скоро, завтра уже я их просушу и унесу на чердак. Забыла я, что выкручивать. Каждый раз, каждый год я забываю, куда нужно отвертку засовывать, чтобы снять решетку. Решетку надо снять, чтобы помыть пыль на лопастях, и там очень много пыли скапливается. Вот. Делаю это и перед тем, как запускаю новый сезон, и когда убираю на зиму. Тоже нужно все хорошенько помыть и решетку, и под решеткой. Вот такой способ я придумала вдруг для себя. На отвертку наматываю тряпку, и можно почистить вот между решетками. Очень много там пыли, грязи было. Решетки помыла и надеваю их обратно и закручиваю, чтобы ничего не отвалилось. Все. Готовы мои увлажнители, осталось их просушить, пусть они на столешнице постоят до завтра. Завтра я их унесу из квартиры. Первый шаг весенней уборки сделан, всех с началом весны. У кого закончился, как у нас, карантин? Ну, не закончился, послабление нам дали. Поздравляю всех с этим событием значимым. Спасибо, что убирались со мной. Мотивируйтесь, убирайте, живите уютно. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал. И тогда мы увидимся в следующем видео. Всем пока!